вот Райан пытается добавить каждый косяк. Кто уйдет просто для закрытия пальцев, который делит центр комнаты, вот дальше вот эти двух хуи, блядь, меня не всегда столько будет. Без расхода. Вы уже умерли, бомбы умерли. Давайте договоримся так. Когда появляется баба, никто ее не бьет, бьет только Микстур. Микстурка, а ты в свою очередь повернулся спиной и топишь от нее как можно быстрее, не набирая на ней агро. 2 ЛП хватит, чтобы ее довести до стен. Будем далеко отводить, как и в первый раз. Потому что видишь дезориентация людей. Дай, какая ситуация. Ну, сейчас я вам поставлю метку, звезду даже, блядь. У тебя звезда будет тут, блядь. Локи, пожалуйста, вешайте и на бабу, и на того челика, который кастует бомбу красноязычие, блядь. Посмотрим, как оно пашет. По идее, должно пахать, но посмотрим. Второй момент для танков. Паша, когда появляется оружие, танки, пожалуйста, первым делом ударьте лук. Понимаете, если вы этого не сделаете, есть вероятность, что какой-нибудь РДД, который не дает, ну, набрать агро на этом трэше, может просто скопытиться. Либо хил, у которого не вкачано понижение агро, вот как у Мосса, допустим. Он может просто сорвать лук из-за того, что кинет две ходки. Так что, пожалуйста, первым выберите лук и ударьте его ЛП или чем вы там, щитом. Без разницы. В общем, сагрите его. Все РДД бьют топор. Но не сразу. Подождите, пока Микстурка отведет его в квадрат. Если вы будете бить раньше, то есть вероятность, что он сорвется и пойдет к нам, к РДДшникам. А крутится он довольно-таки больно. И я скажу, наверное, 2-3 прокрута и просто минус какой-нибудь РДД. Или хил, который стоит посередине между квадратом и РДД, просто сляжет. Итак, следующий еще. Кто умрет от бомбы, также ловите 100-200 ГП нахуй. Нет, это хуеты тоже, которая... От лужи на четвертой фазе, да. Тоже ловите ГП. Каждый косяк нахуй ГП. И желательно еще людей, которые в МК, а уехали, мне не хуярить. Это так. Я, Алиса, все скажу по МК. Маликет, бычья голова. Императорная. Да я всегда здесь. Нам самое главное сейчас перевести так босса, чтобы мы убили бомбардировщика этого и уже были на келе до того, как он активируется. Желательно так бы, чтобы получилось. Потому что есть идея, как избежать смертей от контроля. Сейчас попробую. Добро пожаловать в будущее. Сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашан. Все хилы должны хилить с пушкой, ребят. Не забывайте. С пушкой, которая валится с этого. Убедительная просьба. Сейчас с платформы не выбегайте. Бегите вон за Келли, за других чуваков. Контроль, одна секунда. Пожалуйста, сейчас никто не бейте. Дайте Микстурка, ты дай 2 ЛП и просто беги в нужную метку. Пусть все постоят, подождут, пока ты довезешь. Здесь пока берсы никакой нету. И то, что вы будете бить, ничего нам вообще не даст. Все, можно бить. Там можно тотемы ставить, трепета, через 1.5 секунды фир будет. В таком мелизоне, Паша, да? Сейчас будет активироваться баба, пожалуйста, никто не бейте. Микстурка, а ты, пожалуйста, не беги спиной, сразу, вернее, лицом к ней, спиной беги.
Ушли все нахуй от босса. Убрали петов с нее. Да, просто уйдите с середины, чтобы она не АУЕ никакой не кастовала. Чтобы она быстрее до нужной точки дошла. На Маликите, на бабл. Просил Маликита на фул. Потихоньку начинайте бить. Рейндж за гроб, пожалуйста. Рейндж наберите и старайтесь не срывать агро. Мне кажется, из-за того, что срывает с танка агро, поэтому она и катается потом за танк. Юрий, отойди, блядь. Бычью голову прохильте, пожалуйста. Бычью голову прохильте. Микс Виби, дайте по Виби сальву, пожалуйста. Все, все нормально. А не, нихуя догоняет. Скоро воспламенение. Все. Этого босса можно бить сразу, но роги должны на поле Тихант. Нейвинар. Бомба через 5 секунд, осторожно там. Милики, не подыхайте, пожалуйста, от этой бомбы. Бомба. Фаза оружия, нахуй. Никто не подходит на платформу, только танки. Танки, не забывайте, ваша главная цель, которую первую просто должны ударить, хотя бы бомба. Каким любым скиллом, бомба, бомба. Да, не будет. Ушли с платформы. Стойте, не бейте, пожалуйста, лук, заагрите, лук, он, они все появляются всегда в одном и том же месте. Отводят топор, топор, бьют РДД. Все, топор отвели, РДД можно вливаться в топор, он находится слева, в череп. По возможности Винар, Агри, посох, если у тебя есть такая возможность, притягивай его там. Возможно сесть, но лучше ходить. Лук, пожалуйста, заберите. РДД дальше бьют лук. Милики пусть сами там крутятся, вертятся у ДПС. Неважно. Самое главное противных этих убить. Потом дальше проще, может, будет тоже АОЕшить. Не забывайте, сейчас, когда мы всех убьем, вернее, до того, как мы всех убьем, вы должны взять себе пушки, которые соответствуют вашему классу. Потом потом вы должны встать так, чтобы вы не стояли возле никакого босса, которого мы уже убили. Это ищет. Один хил. На платформу зайдите. Один хил. Okay. Чувак, то у всех сейчас было. Пушки, пушки, пушки разобрались. Не забывайте, их еще нужно нажать, активировать на некоторых классах. На платформу, на платформу. Вверх, пожалуйста, поднимите. Сейчас нужно будет бегать вокруг келя. С этим адом. Мастер, лук нашел? Да, оп. Лук должен вот, быть возле сам... топора. У ступенек. Шерпесту. Убегать! Все хорошо, один хил ко мне. Маликет, пожалуйста, сбегай к микстурке, похили его. Кружок, отведи подальше нас. Куда вы побежали на? Все нормально. Это микс... На микстурку иди. Ничего страшного. Да я думаю, выбор другой цели. Одна секунда, осторожно. Бам, беги на платформу. Выбор цели, одна секунда.
Все, мелики по кружку. РДДшники в бабу. Не забывайте, ребят, нужно держать сейчас РДДшникам рейндж для того, чтобы не кинулся сраный этот огонь, и мы просто втроем, вчетвером не сдохли сразу. Поэтому одну цель можно прохилить. Четыре цели трудно. Сейчас будет фир, можно ставить тотем и трепет. Столько пустил. Через 5 секунд будет фир. Нужно ставить тотем и трепет. Веру дали нам. Сейчас не нужна была Гера. Гера нужна для того, чтобы Келли... Нет. Ну, Гера нужна для того, чтобы Келя перевести быстрее с четвертой фазы на пятую. Но это уже не важно. Да, я думаю, откатится. Не откатится. Все в звезду мелики. Ну, сначала. Осторожно. Бомба 5 секунд. Ну, убежали. Через 15 секунд Кель будет активен, танк там. Самый низкий его держит электрон. Его держит два танка. Если одного танка берет в контроль, другой танк должен его перехватить. Готовим скоро бомба. Смотрите сейчас на пол. Сейчас может появиться void зона огненная. Кто будет стоять в ней, получит 350 тысяч урона в лицо. Все, все в боссе. Милики, убедительная просьба. Когда я вас попрошу убрать руки с клавиатуры, вы уберите. Void зона появилась, бычий голову, ты сейчас... Угу. Контроль через 2 секунды. Милики, разбегитесь, пожалуйста. Милики, просто разбегите. Законтрольте, пожалуйста, целью. Мастера и еще кастера. Ебать, не успел пушки снять. Помянем. Дайфир, Войт. Дайфир, сука. Феникса, пожалуйста, заберите и отведите в любую из сторон. Не имеет значения. Хорош, дал дизерн. Стан хорош. Кинжалы не работают, пожалуйста, цели нужно ферять, я не знаю, контролить любыми способами. Лужа. Косты затыкайте, Келли, тоже. Все бьют Келли, никто не бьет Феникса. Хилан, пожалуйста, кастил, сыграй гимн на ман. Когда Келли косты затыкаешь, его можно вобить. Лужа милики. Лужа милики, разбегитесь. Контроль 85 секунд. Милики, не сбегайтесь, не сбегайтесь, стойте в рейнже. Законтрольте пана, пожалуйста, чулана. Феникс появился. Феникса там, я, пожалуйста, забирай. Я Алис, переагрей его, я буду второго босса бить, если контроль. Спас, перу, блядь. Так, посмотрите, пожалуйста, потом, кто Аспера убил. Чё за негодяй? Я, он живой. Я ебанул. Ну как, я ебнул. А там звездопад полетел. Звездопад был в контроле. Он живой. Может, Элрея будем резать как-то, не? Нет, пока. Йори, Берни, Элрея. Посмотри. Феникса забрали. Так, три Феникса, да, вышел. Уже? Вышел. Лужа. Контроль скоро. Разбегитесь, милики. Все милики разбегаются.
Император Шама, пожалуйста, контрольте. Там сзади стоит Аспер. Его тоже бы желательно законтролить. Эвенар захил. Маликет, пожалуйста, сядь на Эвенар. Прям жестко киль и ее. Красное язычие на босса работает. Лужа. Так, пожалуйста, кто там? Феникс, готовься забирать сейчас. Шансунг, пожалуйста, сыграй для хилов гимноману. Скоро появится Феникс, пожалуйста, готовьтесь танки забирать. Забрал. Забирайте. Контроль 5 секунд. Лужечка. Нелегкие, разбегайтесь. Уже разбегайте. Лужа и разбегайте. Я в контроле. Бокруса, пожалуйста, мастера, прям контрольте по КД, они кто будут меня влился, вышибать. Рога какой-то меня влился. Я? Сука, там птица хотел, да? Я тебе дизарм дал вообще. РДДшников можно особо не контролить, контрольте самое главное. Только, сука, шар пистула. АОЕ, не бейте босса. Я тут в корнях постою, здесь фальки корни. 5% до переходки. Лужа. Алиса, тебя там нормально? Сильно прошибает? 13к лупит. Ну, забрал. По 13. Они очень медленно бегают, можно кайф. Попробуйте кайтить, далеко только не отбегайте. Так, здесь летная фаза. Танков, короче, держите на фул. У нас паладин танка и Эвенар танчит фениксов. Фениксов никто не бьет, бьем только Келли. Рассредоточиться не забудьте, цепнуха. Как летать-то, ёбаный народ. Сейчас всё будет. Подожди. Только не забудьте спуститься вниз, а то вы раз... Косты теперь Келю нужно затыкать по КД. И насколько я помню, там усиленные косты по танку будут проходить. Вот, искажение сейчас полетит. Ренджу набираем между собой. Ренджу. Луч пустоты в Котласа кастуется, возле него никто не должен стоять. Чем больше людей... И ближе стоят, тем больше урона вы получаете. Но при этом, летая, вы должны быть Келли. Отслеживайте дебаф, который выглядит как ложный выпад у себя на панели, где категория. На второй секунде вы уже должны сесть на землю для того, чтобы не разбиться. Разбились. Надо ниже к земле летать. Самолистского просил. Если будешь ты низко летать, тебя подкинет еще выше. Нужно найти так, такую точку. Ну да. Феникс не взлетает вверх. Если два БР. А, дай, пожалуйста. Чулан, дай, пожалуйста, ЛР и БР, только отбеги служи. У Маликета нет маны, Маликету нужно залить ману. Чулан, есть тебя чем залить? Так можно Эрдруба. Эрдру БР, но он еще БР нет. И Эрдру тоже БРТ. Пусть скажите. Но... Феникса забирать. Скоро искажение. Алису хит. Лужа под боссом. Лужа босс. Минус. Алиса сдохла. Сука, раки либо. Алиса, ты чё молчишь? Маликета мана кончилась, он тебя не прохилил, да? Или чё, чё случилось? Не чё знаю, мог... я сдох. Но тебя не сильно там прошибло. Посмотри, пока ты лежишь, лоб. С чего ты умерла? Да ее все время весь бой сильно прошибало, она весь бой на рандоме держала. Ну, блядь, типа. Маликет эти... умер просто. Они одновременно кастуют АОЕшку, маликет... которая хуярит меня 13к. То есть, типа, в меня влетает
40-50к, я не математик. А у тебя саппорт, кстати, есть? Саппорта нет, но, блядь. Но он нужен. Он физика бьет. Он шарф на мне. Он бьет огнем. И он мясом бьет, и огнем. И огнем, и физикой он бьет всем. Ну, хотя бы на пятую фазу посмотрели, нахуй. Вообще изи приводится, все нормально. Физика — это автоатака у него, а огонь там по 1000 всего лишь бьет, по 2000. Какой 1000, ну, как... блядь, он 13к хуярит. Ну, по крайней мере, мы так там дальше дошли по этой короче, тактике. Это единственный там недочетка, у кого есть возможность Малике туману заливать, пожалуйста, вы... Чуан просто не в Дисе же. Как? Я ему писал в белый чат, он видел. Залил ман. Он был в Дисе. Не, он писал, что у него лагает, и он вышел из Диса, он в белый покидаем чат. Покидаем все тело, иначе сагрится босс. Покиньте тело, не заходите в инс, чтобы босс не бежал на вас. Вообще хуйня. Окей, тут с Гера я протупил, но похуй. Быстрее должен быть просто перевод с 4 на 5 фазу, чтобы фениксов было меньше. Потому что фениксы нету, будут перса призываться дальше. Но... Ты знаешь, Турбо, я смотрел сейчас только что вот эта фаза с подбросом. А, блять, точки там, где ты говоришь, что типа не подкидывает, нету. Есть. То есть он подкидывает есть. Даже, ну, есть. Знает, даже минимально, минимально. Есть. Я не разбиваюсь, но другие-то разобьются с такой высоты. Меня тогда шотнуло молнией. Ну я-то не разбился, блядь, но, сука, я... Там есть, в общем, смотрите, там 4 метра до пола, если ты встанешь, тебя подкинет на 2 метра вверх, а не на 14 метров вверх. Вот, и тогда ты получишь 2500, ну вот в моем случае 33 тысячи хп, 2500 урона от падения. Но я кидаю там перо и все. А если кого-то Гоголь Могли, либо что-то, блядь, на левитации плащи, вся хуйня. Да, там может не прокнуть Гоголь Могли. Там надо уметь просто надо уметь. Не надо ничего придумать, надо просто где-то, ну, не на полу, в общем, стоять, когда, короче, этот дебаф спадает. Если... будете на полу стоять, вас подкинет на 14 метров. Если будете в 4 метрах от пола, то тогда вас подкинет на 2 и нанесется 10% от вашего здоровья урон. Турбо, там в чате Чулан говорит дело, типа, если нет берсы у босса, почему нельзя по очереди залить всех фениксов и потом без фениксов бить босса? Они типа... появляются дальше. Они постоянно появляются. Они заливают одного феникса, потом яйцо появляется. Еще яйцо надо заливать. Ну и... потеря ДПС. Так берсерки нет. Какая нахуй разница? Ты будешь там сейчас полчаса нахуй, чтобы мана, блядь, хилов закончилась. Ничего, блядь. Подожди, вопрос сейчас насущный. Танков подкидывает на вот этой фазе или да, нет? Да. Который всех подкидываю. Давай я на трэше буду держать. Там нужно два или один хил, который будет висеть чисто на танк. Да не, нет, да, микстурка, все нормально. Ты, если что, можешь прожаться. Я тебе говорю, Кель, Маликету просто нужно заливать ману, и нужно так сделать, чтобы Маликет всегда доставал до Эвинара и до нашего второго паладина танка сомалийского. Мосо, почему, блядь, Ардру нахуй, если, блядь, я агру спекнул в Ардру? Алиса там нормально, в принципе, стоит, ничего такого нет, просто ей нужно выдать саппорт для того, чтобы она получала меньше урона от огня. И если мы быстрее переведем Келли с 4 на 5 фазу, будет меньше фениксов, будет легче ее прохитить. Ты понимаешь, что там физический урон от фениксов, он бьет огнем только 2000 АОЕ, которые вокруг себя, а атакой... Ну ты мне скажи... 2 феникса 4000, 3 феникса 6000, и эти 6000 идут каждые 2 или 3 секунды войд. Ну и что? Нет, понял, в чем такое? Саппорт, ну ты скажи, ей что, вообще фласку не пить? Ну еще поверх 50к физического урона. Да войд просто фласку жидит. Все равно. Вон тебе я могу сам дать лично. Феникс, каких нахуй 50 тысяч урона, блядь? У них автоатака 12 косарей бьет. Их 3, то есть считай нахуй. Ну вот, а второй танк есть? Есть второй. Да, танк. Физики есть. Больше. Паладин же там второй танк. Хули мы хуи сосем, блядь. Пошли трэш агрить. Алё, нахуй. Время, блядь, не резиновое.
смысле, блядь, трэш? Он здесь быстро появляется. Это... Я же правильно сделал, когда взлетаешь вверх, надо рейндж взять, правильно ведь, да? Да. Да, да, правильно. А чё остальные чё сделали? Да там все рейндж набрали. Там на самом деле у кого не включено отображение жизней, ну, союзников, трудно ориентироваться в пространстве, потому что там непонятно, ты вдали, ну, вдалеке, над тобой, над головой или внизу, ты не поймешь. Ты только будешь видеть перед собой, и все. Если он летает там, чувак. За это место миллион, особенно за келем вообще никого нету. Ну вот, надо просто немножко приноровиться. Меня штука заебала, нахуй. Я за 2 секунды спускаюсь к полу, и оно подбрасывает, да? Типа да, надо просто ниже пола вставать. Да, нет, ты просто слишком низко спускаешься. Тебя поэтому... Не подходите, когда они крутятся, милюшеньки, пожалуйста. Ну ты пару раз попробуешь, поймешь, там невысоко подход. Если есть такая возможность, от инженерки там можно юзать парашюты. Ну если там есть гоголь-моголь, можно, конечно, и гоголь-моголь пропить, если хватает скилла нажать его во время падения. Так он может снимать его, когда вы летаете, там 15 секунд, а вешается на 30 секунд. Можно. Вопрос снимается. РТДшники просто этими гоголь-моголями не должны заниматься. Причина только проста. Милики, потому что почти не дамажат келя во время летной фазы. И еще один нюанс. Если вы будете приземляться в то место, где есть фениксы, есть вероятность, что вы умрете от ОУЕ феникса. Если их, допустим, будет там 5, а у вас 30 тысяч хп. Пушки наденьте свои. У меня еще, сука, макросы стоят на автоматическое одевание пушек, на кулаки разбафали. Самое главное, что ребята поняли, что во время контроля нужно разбегаться и не убивать своих тиммейтов. Сколько мастер мне в сраку заехал на 40 тысяч, конечно. Я смотрю, я в контроле, у меня, блядь, сука, ЛРей нахуй 20 косарей. И, кстати, там, я заметил такую особенность. РДДшников можно не сильно контролить, а вот миликов надо сразу обязательно. Потому что они, походу, так же, как на леди, увеличенный урон наносят с автоатаки. Везде контроля, да, одни, да, и те же самые. Теперь смотри, насчет РДДшников контролят, я заметил, их к боссу подводят. То есть надо меньше АУЕ бить. Вообще не надо. Именно во время контроля. Во время контроля просто все нахуй стопают ДПС, нахуй свой АУЕ, блин. Да на самом деле можно законтролить всех и бить как хочешь, но, блин, надо для этого иметь мозг, чтобы всех законтролить. Так что старайтесь. Блин, только сказал про ГП, нахуй, сразу все нормально делают. Нихуя себе, блять, вот это магия, да, нахуй? Советую что-то сделать с Авинар, потому что в следующий раз не факт, но он умрет раньше, чем лучше. Все прокатит. Ну чё, чё? У нас проблема сейчас, что мы от этого падения умираем. Я говорю, было раз, наверное, 15-20 моментов, когда она чуть-чуть не умирала. Ну мы, наверное, посадим еще какого-нибудь хила, попросим мосс, чтобы он ее тоже хилил. Давайте мы сделаем следующее. Вот мы поставим на трэш этот. У него линки как будто нормальные. Броню дают. Броню дают. Да, плюс на трэше у него нормально, блядь, не стакается. Ну давайте. У меня прожимок больше. Она. Да, у тебя БДК прожимок больше. А ты в это. Не в БДК, да? Ты в Анхоле? Просто я там еще на самом келе вот этот увеличенный урон от шаров, ну там на самом деле Диваз, тоже у нас надо дожить. Диваз, у нас на изи, у нас, блядь, 3 фурика нахуй, 2 роги, блядь, 3 декана. Это хорошо, но из них все косты, не знаю, в основном я через один каст сбивал. Я не у меня знаю, пока когда есть нахуй, сбивал. Я, блядь, сбиваю. На когда я уже не могу сбивать. Ну, хорош. Блять, только один пак.
Трэш. Смотрю, ну там заберите кто-нибудь, пожалуйста. Да, я смотрю. Мы его можем убить спокойно, если вы, блядь, будете сейчас делать все как на прошлом трае, только намного лучше. Просто не надо наладить никакой личный шипси. Все будет. Бокрус, отходи. Малекет, скажи, пожалуйста, у тебя какая ситуация была с маной на последней фазе? По нулям почти? Заебись. А в чем? Больно много урона, ты не справляешься, тебе нужна помощь? А, понял. Ну это уже к танкам вопрос. Танки, вы с хилат своего феникса, пожалуйста, забирайте. Он далеко стоял. Малекет далеко стоял, и феникс на него побежал, и я даже тарелку не смог достать до него. Феникса кинул тарелку, чтобы он не побежал. А даун не работает. В смысле, Алиса ушла куда спать? Да, она школьница. Странно. А что, время уже? Так она же обычно в 11:30 уходит. Ну, блядь, на этот раз ей что-то не угодило нахуй на ранчо. Если Малекет танчит, ну, типа, только танка подержать, то пусть как-то поближе держится к нам. Если на него Феникс побежит, то можно было как-то переагнить. Ну тогда чё мы? Делаем, что микстурка танчит трэш, у него клиника есть, соответствующая, получается меньше физического урона. Я думаю, он не зажадничает сопрот ещё, тогда будет ещё всё отлично. И он заберёт точно, блядь, он точно, блядь, заберёт этого феникса, который бьёт хила, который его хилит. Инфосот. А не будет... Ладно, короче, вы поняли. Ну давай, да, в танка тогда. Сейчас я, бля, могу поспорить, что во время трая нахуй риснется трай в комнате, да? А он уже риснулся. Фарм ворвал. Пошел, мобы риснулся. Сомалийский, забираешь двоих, я Центуриона и другого. Испекте, пожалуйста. Что там, у Тёмы не появился интернет? Нет. Ой, как вы меня заебали, на. РДД Центурионы, играйте, что вы делаете? Куда? Слева.
Если хотите, чтобы Винар дальше танчила нормально, ей нужно 4 Т5. Она не будет делать БДК, она хоть что-то ебать. Да не в БДК, пусть в Ванхолике даже бегает. Там 20% уменьшение урона. Пусть она не делает БДК. У меня будет Т5, я сделаю БДК. Потому что я почитал, это просто зверь. Зверь? Зверь. Он зверлях, нахуй. Грессит. Сейчас еще ретрик будет, нахуй. Хорош. Так, нам надо третий танк, нахуй. Войд, потанчишь? Не, нету там хулипала. Блять, Д3 у него, пиздос. Go. Almost call X. Это Вася, который там, блядь. Ну это лучше, чем нулевой слот. Ой, ты у нас танк ушел. Ты танкуешь? Он же в танке. Угу. Короче, тебе Войд, походу, будешь сидеть на боссе, нахуй. Не походу, а будешь. И можно отражением шары эти закидывать в него на последней фазе. Бьет достаточно больно, по 30. Ставлю рыбу. Чё, фласочки это? Не раздаю? Чини. Ну, сегодня благотворительный фонд Чулана, походу, это отсутствует. Не, Чулан. Ну чисто по приколу, на последней пятой фазе вы можете... Что вы хотите? Я ничего, я не понял, что от меня хотите? Ты хочешь им раздать фласки? Я бы только танком бы, на самом деле, раздал сапрот здесь. Ты хочешь, чтобы я им фласки раздал? Хотя бы танком, хуй с ним с ДД. Только танком, два сапротика и все. Ну чё, ладно, мы что, много просим? Ну, без сапотов падайте, какая вам разница? Да нет, там на самом деле на Феникс нужны сапоты. Сейчас я раздам танкам сапоты, да и все. С аналийский Войд обмен давайте. Чё, получается, Войд на боссе Войд? Да, Войд на боссе. Сапфир может и гамма. Алиса кого танчила у нас? Феникса, по-моему. Четвертый. Не, я про первую, вторую, третью, четвертую фазу. Оружие ловило. И инженер. ДНМ, скажи, пожалуйста, а там... Ой, кто из меня еще это? На пятой фазе Келли много тебя бил? Нет. То есть вообще... Просто можно... ты если сбиваешь, он хилов... в атаке там 25к где-то бьет. То есть можно двух хилов отдать чисто, чтобы хилили да. Танков, которые на фене. Да. Если косты будут сбиваться, то вообще изи катка.
Ну давайте тогда... И когда сбиваешь косты, босса можно водить. То есть не сбил косты, все, он, короче, стоит, следующий каст, пока не начнет кастовать, он будет стоять. Если сбиваешь косты, то можно и босса водить потом. Тогда император Шрам будет сидеть на паладине Сомалийск на пятой фазе, а Маликет будет килить микстур. Я что, не тот дал, да? А, да у меня есть. Я жду, пока мы стартанем. Так, Лол Москов Икс сейчас будет на ласте. Агро, скажи, пожалуйста, у тебя как дела с маной были на пятой фазе? У тебя есть такая возможность, если что, залить Маликету ману? Есть такая возможность? Будет? Ну все, отлично. Так, а этой хуйней накидывай 500 гп нахуй. Какой? Ланатель. Ладно, чё-то... У него лич не убит, насколько я знаю, в 25-ке. Нету очага. Это раз, вторых он не играл... Ну это раз, не раз, но он мне этого не написал, когда я ему писал, блядь, говный РТ, он мне говорит, я иду целка, мне по... Ну, без матов, конечно. Ты про кого? Ланателле. Это старый игрок. Это старый игрок, еще со старой гильдии. Я говорю, он не играл, наверное, месяцев 7-8 точно. А у нас больше некого, да? Еще у Москов X есть, нахуй, но он ничего в РБК не будет. Так убьем, ебать. Все готовы. Да какой так, нахуй? Да вот так. Да ну, мастер, это ПВП. ПВП игрок, ты сейчас будешь полчаса ему тактику рассказывать, и он сразу же... Он спросил, так же как на БК, говорю, так же как на БК. Нет, не так же. Все готовы, если что, что долго дрочить будем. Ну, если мы кого-то добираем, то добираем. Нет? Никакого добора. Ну, сука, блядь! Кто раньше зашел? Минус припотный. Какие припоты? Он все равно говорит, ты что, ебанулся? А смысл тут быть припотом? У меня припот нахуй, блять, на броню, которая висит 2 минуты. Которые за 2 раза за бой, блядь. Активация 2 секунды. Платформа, не сбегайте. Реактивация 1 секунда. Сука, я же купал. Реактивация. Пару. Реактивация 1 секунда. Никто не бьет, дайте отвести ему. Идите просто к метке. Готовьтесь там его встречать. Отойдите от босса, он может сразу вас ёбнуть. Напуливать, да. Или тебе может. Все, вливаемся. Можно ставить тотем и трепет, эфир 2 секунды. Не забывайте, разбегаемся с середины, микстурка ведет босса а посередине. Босс никто не бьет. Боссу никто не бьет. Ни доты, ни нихуя. Хилы тоже прекратите, хил, только танка килите. Если нет, да манга парейли. Кинул лужу, она его прошла. Она один раз зашла в нее. Да на эмо, хилим микстурку. Рэнч взяли, РТД хилы. Ман, уйди нахуй, сейчас агрос рвешь.
Микстурка вообще внизу. Никто не бьет босса. Отошли все от босса, на. Императора прохил. Пета уберите, на. Уберите питомцев. Маликета прохил. Челану сальву. Рейндж берите. Войд, беги босса брать. Какого? Ну, инженера Алиса какого. Звезду, хорош. Мелики, не забывайте от бомбы отходить. Бомба 5 секунд. Отошли. Топор, лук я забираю. Смотрите с меня там, там забираем. Отступаем. Отошли. Все, с платформы все ушли, милики, нахуй, РДДшники. Приоритет. Хорош, куда топор забрали? Заберите, пожалуйста. РДДшники все поголовно бьют сокрушение, топор. Крутить здесь не надо. Лук пошел к нам. У нас амалийском нормально. РДДшники бьют. Мелики пусть круто. Нас здесь спел. ДНМ, пожалуйста, потом отведи и посох немножко. А то там все будет в одной куче сейчас валяться. Все, можете аудишкой. Не забывайте, рядом прям с боссами, с их трупами лучше не стоять. Пушки берите, не забывайте. Твои. Я к дуре пошел, один хил ко мне. Маликет, иди, пожалуйста, к ДНМу, там стой посерединку. Он ушел. Не забывайте, мы бегаем сейчас по платформе от Милика с топором. Ебать, а у меня меткости нет, сука, с этим луком. Ну, шарпистул сейчас может получить по лицу, но то, что ставил да его взгляд. Я, блядь, взял не то. Буду хилить. Куда ты пошел, на? Ну, на платформу, делал, сука! Как там твоя любимая? Можно ставить тотем трепета, если там стоит рядышком с для них. Хильте. Потому что их сейчас зафиряет. Не подходите к боссу. Маликете. На платформу. Да нормально, нормально. Он хилит микстурку. Все нормально. Самое главное, к печеньке не подходите близко, скоро фир от него. Все, расходимся. Пробежи мимо звезды, дам тебе гилку. Кому? Ага. К
пораньше не забывайте, только набирать для того, чтобы не линковаться с этим вонючим ножом. Сейчас фир будет. Лучше стоять с РДДшником с правой стороны, потому что рейндж у фира этого есть, и вас не зафирит, если вы будете стоять где чулан или позади босс. Так стреляли воспламенение тучку на. Да там он один. Двое. По Виби дайте, пожалуйста, салю. Малеке, дай по Виби салю. Микстурка, прохиливай микстурку. Смотрите за агру. На танке сраное воспламенение. Агру-то фигня, я ЛП могу кидать. Ваш этот, скажи мне, посох работает. Ну, отлично. Вот кто-то отошел, все, посох не работает. Фаза 20 секунд. Ой, через 15 секунд активируется босс. Самолишки босса готов. Да, самолишки. Босс таунтится вроде. Бомба. Бежали. Быстрее вливаемся, алё, бомба. Бежать. Контроль. 2 секунды. Разбежали. Чулан, пожалуйста, залезь сразу в Малеке Тумана. Контроль, Миликов, Пана, контрольте, Войда, контрольте. Это нужно обязательно. Кто контролит, особо можете не стараться бить, лучше законтролить. Феникса забирайте. Что по Геру? Геру давай. Геру. Геру. Или Феникса дальше отводить. Чуть-чуть дальше в печеньку куда-нибудь. Малекета. Ты что пристал? Что, забирать будет? Да, забирать. Да, конечно. Лужа, лужа, лужа. Смотрите, вы забираете так. Один паладин забирает, два ты забираешь. Пенек. Паладин, потому что... Пах... Короче, хлипче тебе. Ему больше микстурки надо, чтобы, блядь, пропало трини. Да, у меня 9 статов. Зачем мне больше? Могло быть 20. Микстурка, я к тебе подведу. Контроль 5 секунд, милики разбежались. Контроль 5 секунд, милики разбежались. Миликов в первую очередь контролем, чтоб не поубивали всех. ЛРЭ череду дал, заебись. Прям в контроль. Я стелу убил. Агру, блядь, ею некуда было. Феникса. Феникса. Заберите. Масса УЕ стопно. Под агру. Боссом стоп. Агру поднимите, это будет. Йори, подними агру, агра поднимает костель. Агра, сам себе ману пока заливай. В Малекете есть. Чулан, если у тебя там от КДшится, пожалуйста, скинь Малекету на... Индервейт. Да, да, я знаю, что это. Че, отбивает отражение? Давай, Инфенис. Каску по престу дайте. Ухи снимай. Каску. Отходите, все милики. Милики все, отходите от босса. Эверей тоже. Я в контроле. Со щитом. Я сливал хуйню. Чтобы опять не поубивать. Не могу Феникс привести. 5 секунд дезориентации. Меня скубьет. Микстурку убили. Я приведу. Так, Малекет. Микстурки, да.
Мос, чулан, чул. Для феникса. Он мос убил. Забафайте сразу микстур. Полуребаф это микстур. Каску дайте. Маликета вроде законтролила и меня никто не хитил. И забери феникса. Ты далеко от тебя с посохом не стой. Они не там лутятся, я не смогу забрать их. На следующих экзамен берешь. До новых забишь и все. Дайте каску по постам. Если что, щит на 100 тысяч есть. Феникс, вот. Через 5 секунд милики, пожалуйста, разбежите от босса. 5 секунд до контроля, контрольте миликов. Ой, контроль. Таскер, который бой самолист. Танка законтролил. Да, это зарантировано. Да, это бред. Че, ложимся, да? Ложимся. Ну, это рандом. Нет, даггеры не работают, и это рандом. В смысле, тебя законтролило, и ты умер? Или дезориентировало? Маликета законтролила, меня дезориентировало, все. Где маликет стоит? Маликет? Ой, маликет, сомалийского. В прошлый раз маликета законтролила, он меня не захилил. Сейчас сомалийского законтролила, все мобы пошли на вас. Меня в дезориентир кинуло. Это рандом. Ни если одного да... тебя, вот. Все, кто рядом с тобой, это вот дезориентир был. Потому что ты танчишь своих мобов и кидаешь лужу под их, под его мобов, чтобы грон обивать, если... А если вас двоих законтролить, то это вообще пизда будет. Дезориентация снимается, не снимается щит, он снимается фирус щит.